Привет! Вы на канале Каролина Нижутите. Сегодня мы будем с вами лазить по заброшенному детскому лагерю. А тут было КПП. А это заброшенный театр. А здесь были лавочки для зрителей. Тут, конечно, все заросло, но тропинка осталась. Посмотрите, какого я мальчика нашла. Нашла тут еще одна такого человечка. Смотрите, какая крутая заброшка. Я хочу смотреть вам внутрь. А все, кто смотрит мой канал, предупреждаю, без лося тут не лазить. Это может быть опасно для жизни. Раньше тут был живой колбус. Залетаем в коридор. Раньше тут приезжали детки на отдых и тут жили. Идемте посмотрим все комнаты. Походу тут был туалет, коридор и комната. А здесь кто-то делал костёр. Рисовал все стенки. В принципе, тут все комнаты одинаковые и 5 этажей. Бежим на следующие этажи. Ощущения в этом здании прикольные. Идем выше. Ну да, в принципе, все одинаковые этажи. Опять много рисунков. Поднимаемся еще выше. Через окно вижу еще одно заброшенное здание. Поднимаемся еще выше. Тут уже вид покруче. А мы опять наверх. Идем на крышу. Красиво.
А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. И кстати, без лосых тут не власти.